Свиномама с свинодетьми на свиновыгуле. Поросятки уже возраст где-то месяц, готовы, скажем, к продаже. Смотрите, нормально себя чувствуют, активные. За все время жизни своей ни разу не поносили, не болели. Он поцарапался, как убегал. А так, в принципе, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, состояние у них идеальное. На продажу готовы. Вот этот вообще мне нравится. Смотрите, какой костяк широкий. Килограмм где-то за 10 уже, наверное, вес. Смотрите, пришла тетка. Тетка пришла. Надо вытереть руку. Зараза, вымазали меня. Сидят в соседних клетках. Лояльно относятся друг к другу. Не дерутся, не бьются. Не обращайте внимания на срач у нас трошки. Зимой, как всегда. Поросятки вымахали, что надо. Хоть и порода у нас не чисто породная, ну, такой и цели не стояло. Зато мясные, скороспелые, проверено собственным опытом, скажем так. Поэтому я думаю, цена вроде как на поросяток сейчас поднялась, больше 1000 гривен. Прибежали. Идем дадим им жрать, Илюх. В общем, сами видите, поросятки здоровые, растут хорошо, активные, не болеют. Ну, всему виной, естественно, содержание. На пол теплый, бетона нет, дерьма нет. А, тут не смотрите, это улица. Прививки. Во-первых, железом вовремя проколоты. Во-вторых, витаминами провитаминены, даны с хочу. Ну и немножко БМВД добавляю сейчас, чтобы они лучше начали кушать, ну, на старте. Если на откорм их брать, то по-любому надо будет БМВД, чтобы они быстро росли. В общем, сами видите, в месяц поросятки в районе 10 килограмм вырастают. Вот это вот те, что помельче, может там чуть меньше быть. Ну, плюс-минус 9-10 килограмм. 9 точно у каждого есть. Некого тут, наверное, 11 будет, если не 12 все. Ну, как бы вот так. Вот так у нас поросятам на продажу за месяц они вымахивают. Вот так мы уже едим. К сожалению, света нету. Ну, в принципе, понятно. В общем, поросятки готовы полностью к продаже. Нужно смело вываживать новых объявлений и ждать покупателей. Смотрите, какой дерется. То есть самый здоровый. Во всех бьет. Хочется просто, чтобы они нормально стартанули, росли. Ну, как скажем, вот у меня уже было неоднократно, люди по второму разу брали, как бы не жалуются, всем нравится. Смотри, хозяйка пришла. Давай, хозяйка, не спеши. Сейчас я тебя буду пускать сюда. Эх ты, хозяин. В общем, в месячном возрасте, в принципе, вполне себе уже готовые поросятки на продажу для дальнейшего, так скажем, самостоятельной жизни. Сейчас еще, я же говорю, ну, неделька еще и вперед. Поразбегались. Чудо-свиньи. Вот этих рыжих хотели оставить себе
так скажем, на развод. Но не сложилось, а там у нас сотворить свинарник им сделать, поэтому пока с разводом оставим в сторону. Ну, отложим со следующего или возьмем кого-нибудь с другой свиномарки, с другого опороса. Сейчас будем загонять. Вышел, смотрите. Сейчас почухаю бок. А ну, стоять. Стой. Куда пошел? Да, конечно, свиноматки такие более поспокойнее. Те, которые хряк-дурак, тут, конечно, дурак-дураком. Это нормально. Так, а ну давай на место уже, все. Пошли на место. Хорошая собака, давай на место. О, едете за ней. Не твое место. Где твое место? Где твое место? Алло. Надо по-любому все облазить, посмотреть. Потерялись. Он свистит в ответку. Куда идешь? Что на место? Сейчас мы их позагоняем. Ох, мы их позагоняем. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Расскажите, как растут у вас пара.